Метафизическое чувство тревоги, склонность к мистике и философии приводят к тому, что эти люди нередко изолируют себя от окружающих и замыкаются в собственном мире. Активизируют воображение. В любви ищут партнера, способного на взаимные теплые чувства. Привыкли добиваться своего, поэтому обладают исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Чрезмерные гордыни носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Владельцы этого имени необычны, неординарны, в них есть нечто таинственное. Часто создается впечатление, что их мысли витают где-то далеко, в ином неведомом мире. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Эти люди стремятся оказывать помощь своим близким, причем делают они это бескорыстно. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Страсть к путешествиям и переменам мест сохраняется у них с детства и до глубокой старости. Они продолжают интересоваться дальними странами, географическими открытиями. Буква «Ч» в имени дает способность постепенно, но уверенно добиваться своей цели. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.